Юрий Саблин на минувшей неделе встретился со сборной командой КВН из Китимского района. Ребята в конце августа вернулись с летней межрегиональной школы КВН. Им было о чем рассказать главе из Китимского района. Как мне сказали, порвали всех, да? Порвали конкретно? Порвать зал, то есть привести зрителей в восторг, районные КВНщики умеют. Команда из Китимского района не пропускала ни одной летней школы КВН и ни разу не уезжала без призовых мест. То, что мы завоевали, висит на карточке, это второе место. Знакомый сюжет – первое место, биатлон – второе место. По итогам конкурсного второго дня наша команда стала лучшей среди 26 команд. В финале Лиги школьных команд в рамках межрегиональной школы районная команда стала третьей. Не хватило времени сыграться. Сборную сформировали буквально накануне. В нее вошли ребята из команд Ленева и Керамкомбината. По команде нужно сыграться, чтобы добиваться хороших результатов, а мы играем вместе где-то около недели, поэтому я думаю, что мы показали хороший результат. КВН в жизни, я считаю, очень помогает, потому что это развивает не только какое-то мышление, но также коммуникативные способности, способность общаться с людьми, способность в какой-то стрессовой ситуации быстро придумать шутку. Наши планы – это продолжать работу на территории Искитимского района, развивать КВН-движение, чтобы в этом году больше школьных команд включилось в это. Участие в юниор-лиге официальной города Новосибирска с дальнейшим выходом именно на Москву. У нас есть в этом потенциал. Также наша сборная продолжит выступать в Лиге школьных команд КВН. Еще планируется участие работающей молодежи в Кубке Новосибирской области. Юрий Савлин поздравил КВНщиков с успехами и наградил всех участников сборной района, а также их редактора. Спасибо огромное, поздравляю. Спасибо. Вот, я думаю, что поддержка, помощь и взаимопонимание будет абсолютное, это точно. Поэтому вперед к победам! Хорошим подарком от главы стал сертификат на 50 тысяч рублей для приобретения новой формы. Выступать придется много. Команда из Китимского района должна выглядеть стильно.